Я прослежу, чтобы эти ублюдки заплатили за то, что они сделали с вами. Отлично, конгрессмен. Это самая разрушительная техногенная экокатастрофа в истории США. Жителям побережья Луизианы нужна наша помощь. Пусть этот разлив дело рук British Petroleum. Это американский океан. Это речь настоящая удача. Не упусти свой шанс. Вот чего мы так ждали. Взошло солнце над никому неизвестным конгрессменом из Луизианы. Это в общих интересах сохранить нефтяную отрасль здоровой. Я готов поставить на того, кто поддержит наши интересы. С чего вы взяли, что я соглашусь? Мы сделаем вас ключевой фигурой. У Колина не останется в Вашингтоне ни одного друга. Колин, ты не подашь в отставку. Луизиана всегда была одной большой семьей. И мы не бросаем своих, даже если они ошибаются. Ты не обязан быть героем, достаточно просто делать вид. А что это вообще значит? Катастрофа в самом разгаре. Люди страдают. И я не сдамся! Вам не выиграть. Посмотрим. Люди разорены, болеют из-за химикатов. Вы здесь единственный, кто хоть что-то делает для нас. Я хочу, чтобы люди знали. Я здесь, чтобы им помочь. Ты в неизведанных водах. Ты и дальше намерен рисковать тем, ради чего мы работали. Ты должен сражаться как мужчина. Великие люди – это те, кто оставляют наследие. Им не обязательно быть порядочными.